Интересно было бы узнать про позицию Индры в Пуранах, потому что в современных сериалах Индра выходит как отрицательный герой. И в Девонке Дев Махадев, и в Шани Деви он является антагонистом. А, например, в Эрмане Тёмкине он показан как сияющий, бессмертный герой. И часто, когда мы разбираем какие-то древние тексты, мы видим Индру как главное божество. Вот почему так случилось, что вдруг он стал отрицательным героем, как вы думаете? Не знаю. Насчет как стал отрицательным героем, я думаю, что это тоже какие-то... Вполне возможно, что это вот такие как бы режиссерские находочки, как это называется. Потому что, смотрите, все-таки, когда Индра перестает быть главным богом, каковым он все-таки является первоначально, как царь богов, хотя Беловед говорить о главенстве, в общем-то, это о главенстве кого-то из богов, это еще вопрос такой довольно спорный. И начиная с уже упоминавшегося сегодня Макса Мюллера, он подвергался серьезному сомнению, как раз и предложена вот теория генотеизма, когда главным богом является тот, к которому ты обращаешься. Но потом, когда уже в пуранический век, когда в эпический и еще больше в пуранический, когда утверждаются разные направления индуизма, где главенство может быть за одним богом, и чаще всего это либо Вишну, либо Шива, либо богиня Мать Деви, реже, очень редко, вероятно, был кто-то другой, Индра все равно сохраняет свое номинально главенствующее место. Вот номинально он царь богов, но это только номинально. Ну, как вот президент Австрии, в общем-то, не является... Да, он не является, канцлер является главным, да? Да, то есть он президент, казалось бы, президент это вот самый-самый главный. На самом деле, то есть на реальную, так сказать, политическую жизнь Австрии он влияет меньше, чем... То есть практически не влияет. То же самое с Индрой в эпический и пуранический век. Ну, по моим наблюдениям. Но он все-таки нейтральный герой, положительный или отрицательный в Пуранах, как вы сможете сказать? Скорее положительный. Положительный, да? Скорее положительный все-таки. Калиюга испортила Индру, понятно. Да. Спасибо.